Последние звонки и выпускные в школах Челнов пройдут в очном формате. Об этом сообщили накануне в Роспотребнадзоре города во время пресс-конференции. Правда, вручение аттестатов будет проходить с учетом коронавирусных ограничений для каждого класса отдельно. В интервалах проветривание зала и влажная уборка. Кроме того, наполняемость актовых залов школ не должна превышать 70%. Рассадка родителей и учителей, приглашенных с учетом дистанции, они должны быть в масках, ученики без масок, ну и термометрии для родителей приглашенных. Выпускной в детском саду разрешено будет посетить только одному из родителей. При этом пускать в зал должны из расчета 4 квадратных метра на человека. При проведении праздника на улице эти ограничения снимаются. Решение остается за заведующими детсадами. Что касается Сабантуя, он пройдет в Челнах очно 19 июня. Людей планируют рассредоточить по нескольким праздничным площадкам, чтобы избежать массового скопления. При температуре 20-25 градусов тепла передача вируса она минимальна. Но мер профилактики надо будет соблюдать. Все равно не рекомендую посещать тем, кто не привит, имеет возрастной ценз. Маски рекомендую, желательно светлые, легкие. И менять надо будет не каждые 3 часа, а чаще.